На встрече с мэром города активисты микрорайона Солдатский представили проект строительства мемориала «Мы помним ваши имена». К сожалению, с каждым годом уходят наши ветераны, поэтому основной целью нашего проекта является создание мемориала, с помощью которого мы, жители микрорайона, можем увековечить имена наших земляков и ветеранов Великой Отечественной войны. Не остались без внимания дороги частного сектора. Ежегодно весной и летом проводят отсыпку и грейдирование улиц Левобережья. Работа продолжится по проекту «Народный бюджет». В порядок приведут дороги в микрорайонах Сокол, Исток, Солдатский, Тулунжа, Заречный и Левый берег. Вопрос такой серьезный, актуальный для жителей Левобережья особенно. Мы все столкнулись в прошлом году с этим грунтовыми водами, поэтому понимаем высоту проблем. В существующем финансировании будем увеличивать. И, Юрьевич, мы в рамках народного бюджета, вернее, жители, да, проголосовали вот по трем округам, 12, 13 и 15 округа, по 1 000 000 рублей будут тоже направлены на градирование, отсыпку. На встрече поднимали вопросы берегоукрепления, благоустройства территории и строительства соцобъектов. К примеру, жители поселка Исток беспокоит отсутствие спортивного зала. Мэр сообщил, что проект строительства уже разработан и находится на рассмотрении. Также в этом году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Солдатский по улице Восточная. ТОС – это большая, огромная сила. Это активные жители, которые добровольно идут на бесплатной основе, организовывают свою территорию, благоустраивают. Ряды тосовцев активно пополняются. На сегодняшний день в Улан-Удэ работает 95 территориальных общественных самоуправлений, а это свыше 88 тысяч человек. ТОС – это у нас не просто какое-то самостоятельное движение, это наши помощники, наши друзья, наши коллеги, наши партнеры. Вот кто бы когда-то мог сказать, что вот ТОС самостоятельно взвалит на себя решение некоторых проблем. ТОС стал уже точно таким же брендом, как Байкал. Наш глава, выезжая на всероссийские совещания, в любом своем докладе, где он выступает публично, говорит про наш ТОС. Вы объединяете людей, их сплочаете, вы их ведете за собой, они к вам прислушиваются, и вы стали уже лидерами общественного мнения на своих территориях. Екатерина Быкова, Жаргал Рдынеев, телекомпания АТВ.